Russian Travel Guide. Елец издавна славился искусством кружевоплетения. Им начали заниматься в городе еще в 18 веке. Полюбоваться работами местных мастериц можно в доме елецкого кружева. Soon on Russian Travel Guide. В двух залах универсального спортивного комплекса тренируются основной молодежный и юношеский состав армейцев, а также ребята из детской спортивной школы ЦСКА. Soon on Russian Travel Guide. The Russian Travel Guide.